approaching Saturn. You are only seconds away. I have arranged for you to meet my companion. He will lead you. Watch and listen. Please, don't disappoint him. He doesn't like that. Ну все, Игорь, мы готовы. Так, ну что, дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы в гостях у Старины Дачи. Также присутствует, соответственно, видеоигровой ретро-герцог Аник 513, как мы можем его наблюдать. С новым модным пакетом. Вези Sega Saturn, может. Да. Вот, эксперт. Да, а сегодня я в этом жилете, который, как известно, по рекламе из «Осторожно, модерн» лучше для мужчины нет. Мужчины всего мира предпочитают систему «Жилет». Мировой лидер в производстве представляет новый «Жилет» – «Жилет Универсал Плюс». Новая система с двойной защитой, идеально повторяющая линии вашей фигуры. Удивительно! За последние полгода ни одной новой дырочки! Да! Да! Жилет! Лучше для мужчины! Нет! Потому что, знаете же, какой был случай с этим Алек Джоном, да? Несчастный. Да, в этом, в Тольятти. Его там оглушили петардой «Черный корсар», притом некачественной, поддельной китайской. А потом расстреляли из таких вот пистолетов, как у Робокопа, тоже китайского производства, присосками. Он еще пытался рукой закрываться, всю руку ему присосками расстреляли, да. Поэтому вот я одел этот жилет, что называется, лучше для мужчины нет, чтоб со мной, если я, допустим, поеду в Тольятти, такого не случилось. Смотреть там, соответственно, этот бандитские мемориалы. Бандитский мемориал – это наше все. Да, там целые некрополи – это бандитские, вот реально. Как бы там целые экскурсии. Можно туда за этим съездить. Так вот, к делу. Сегодня мы зачем собрались? Соответственно, Старина Дачи является счастливым обладателем оригинального японского Sega Сатурна, как мы можем наблюдать прямо на камеру. Вот. И, соответственно, мы хотели его спросить. Зачем? Да, зачем? Зачем, соответственно, Старина? Ну как же там, Mortal Kombat 2, моя любимая игра, находится. Великолепный. Идеальный график, самый лучший порт, который был на аппаратуре. Ну, некоторые граждане пишут, что типа на Xbox или на PlayStation Vita или на PlayStation 2, вот этот Midway Arcade Collection, познатнее. Но это то же самое, что сейчас сделать его на PlayStation 5 и сказать, вот, на PlayStation 5 еще лучше порт. Там 8K, 120 FPS. Вот. В первую очередь из-за Mortal Kombat и Sega Saturn мне нравится именно своими мультиплатформенными играми. Эксклюзивы, типа Panzer Dragon, может быть, я не знаю, там Fantasy Star или еще какое-то китайское рожно. Меня никогда не интересовало вот эти вот все слащавые игры. Оставим их ретро-игровой попсе. Мне всегда нравились Mortal Kombat, WrestleMania, там Duke Nukem, Quake первый. Ну, в принципе, вот такие вот игры мультиплатформенные, в которых можно было поиграть либо на комплюхторе, либо на аркаде, либо на других на тот момент актуальных аппаратурах. Вот. Самого Sega Saturn в детстве у меня не было, но о самом аппарате я знал уже в 90-х годах, благодаря прочтению на страницах Дэнди «Новая реальность», как он называется. «Великий дракон». «Великий дракон», да. Когда Sega Saturn появился, там еще сначала обзоров не было, и только на развороте там иногда делали скриншоты из игр Sega Saturn. На тот момент у меня, наверное, была еще Донди, вот. И о таком рожне я и мечтать не мог. Со временем у меня появились, ну, когда вот уже стал под, где-то мне 48, по-моему, было, когда я купил 3DO, и чуть ранее перед этим Sega Saturn. Тех аппаратов, которых у меня не было, купил их на волне просмотра вот этих вот ностальгирующих видео о том, как люди рассказывали, как мы в 93-м году с кальками-вальками играли в 3DO великолепно, в Гекса, что там еще? Killing Time и прочие вот эти вот 3D-ошные хиты. Но Sega Saturn
у меня осталось, а 3DO я вот за 10 тысяч купил и за 10 тысяч продал, поиграл в нее там несколько вечеров, не цеплянул у меня аппарат, там было, по-моему, 2 или 3 лицензионных диска и стопка пиратки, ну, может, там суммарно игр 10. Вот, она пылилась, и я просто понял, это не мое. То есть решил просто взять интервью у создателей 3DO? Связаться с ними, может быть, по электронной? Да, это американцы. У меня интервью есть. Yeah? Я его просто не публикую. Mm-hmm. Потому что у меня канал, понимаешь, андеграундный. Я не могу вам сказать, ребят, вот я с Кодзимой вчера после этой вечеринки ездил к разработчикам 3DO, к директору Panasonic на тот момент. Но он сейчас уже старенький, он лет на 6 меня постарше. Вот. Ну, канал андеграундный, я просто не могу себе позволить такие вот видео выкладывать. Они как вот сохранены, архив мы иногда тут с этой женой, там дядя приезжает, дядя Боб мой. Мы иногда с ним пересматриваем. Дядя Боб, который Metal Gear любил. Ну да, он еще во второй части Терминатора снимался. В эпизодах? Не, в главной роли. Ну там же эпизод даже есть, где его дяди Боба называют. Это такое некое камео, можно сказать. Большой Джон. Как дела? Он классный. Энрике, он со мной. Это дядя Боб. Дядя Боб. Это Энрике. Дядя Боб. Дядя Боб. Вот, иногда мы пересматриваем, поэтому вот интервью с разработчиками и директорами там Кони корпорации, вот этой китайской известной, также известной китайской корпорации Sega, Mega Drive и 3DO Panasonic. Вот, они просто вот в моих архивах лежат, я не хочу их публиковать. Не хочу быть таким популярным уж сверху. Так, а тот журнал «Великий дракон» еще не сохранился? Ну, конечно, нет. Так, и смотри, ты... Мы в него чай заворачивали с горшком и курили. Черный или зеленый? Лисьму? Я не помню, он делится на черный или зеленый? По-моему, нет. Весь чай в этом мире делится на два сорта. Как оказалось, это одно и то же растение. Но когда куришь, не чувствуется, кстати, черный, зеленый. Так, а, собственно, Фредиота решил просто шанса никакого не давать. Не, ну это шанс был, Игорь. Оно лежало несколько дней я пробовал, но оно так и не цеплянуло. Вот, в отличие от этого, мне кажется, тут еще дело в том, что Sega Saturn, она как бы, как и Sega Dreamcast, очень продолжает идеи, которые еще были на Mega Drive. Игр, конечно, маловато. Welcome to the theater of the eye. Real sports. Keep it down a little. Real fast. Optic nerve here. I am gonna need some help. Real painful. Let's run away! Here you go. Saturn. Одновременно с тем очень удобный джойстик. Вот для Mortal Kombat я не знаю, какой может быть джойстик удобнее, чем Sega Saturnовский. По-моему, идеал, что мы можем увидеть 32 битов, потому что вот, играть в Mortal Kombat на PlayStation, ну, поначалу это прям издевательство над игроком отечественным. Я не знаю, там в Америке играли всю жизнь вот на теребоньках. Ну, мне кажется, вот самое каноничное играть в Mortal Kombat вот на таком джойстике. Ничего лишнего, и одновременно с тем все самое необходимое. Аня, ты что скажешь, как основной эксперт? Вот ты тем более чай пил в этой на Выхино позавчера, я вот узнал, с программистами, которые создавали вот архитектуру вот этой великолепной аппаратуры. Что можешь нам сказать? Да я в рот этот ваш Sega Saturn. Да что, побойся. Да ладно, шучу. Побойся до Делонга. Как ни странно, у меня в детстве даже был журнал Sega Pro. Три номера. И там писали про консоль. А русский журнал или английский у тебя был? У меня был английский. По-моему, два номера было английских, один был русский. Причем русский, там еще я запомнил, что были там про Скуби-Ду писали. Так, а ты их не сохранил уже? Нет. А что мне с ними причем делал? Кошки обоссали. Да. И это реальная история. Ты что, они так Сегу не любили? Нет. Короче, это они так хотели сношаться, но не с кем было. Ну, я думал, что я в жизни не играл ни в одной игре, ни в одну игру на Sega Saturn, но посмотрел, вот что тут лежит. Ну, я в это вообще играл, и как сказать. Я вырос в собственных глазах. Здесь мы не увидим ни баг, ни Clockwork Knicht, ни что там еще было нарядного.
Panzer Dragon. Panzer Dragon Saga, я, кстати говоря, там было два Panzer Dragon. И вот недавно выходил первый Panzer Dragon. Sega Saturn is the newest and most indulgent taste temptation from Sega, delivering crystal clear digital video and rich, creamy 3D graphics. And each unit is topped off with a delicious DSP chip dedicated to scrumptious CD quality sound. This gourmet meal from Sega goes oh so well with all of these yummy, mouth-watering titles. Clockwork Night. Ну, зато я проходил, естественно, первый и второй Future Cop. Не Future Cop. Я первый и второй... Future Cop. Virtual Cop, да. Virtual Cop. Причем, в момент, когда я играл в Virtual Cop, мне казалось, что это прямо игра моей мечты, потому что там можно было стрелять в людей. В этот момент в играх моего любимого жанра шутера от первого лица приходилось стрелять всякую нечисть. Монстров всяких и всякую другую погонь. А тут позволяли стрелять по людям, и это, ну, как сказать... приносил мне истинную радость и удовольствие. Я мечтал, что когда-нибудь выйдет шутер от первого лица, где такая роскошь мне будет, как сказать, преподнесена судьбой, что можно будет выстрелить в человека и отстрелить ему, к примеру, ногу, руку или что-нибудь еще. Такие были времена, дикие, довоенные. Ну, а так, ну что ж, ну, когда выйдет Sega Saturn Mini, я себе, наверное, ее куплю. Наверняка. А если не выйдет, да и я бы с ним. Аня, а откуда у тебя такое прекрасное английское произношение? Ты в посольстве работал? Так я же учился в школе с углубленным изучением русского и немецкого языков. Virtual. У меня второе место по немецкому языку в Олимпиаде. По-моему, все-таки Футуре читается. Футуре? Элападе. Так и дела. Кстати, вот, маленькое такое замечание для наших этих катаржанских друзей, да? Что все-таки на Sega Saturn, Motor Combat 2, то все-таки это был портом. А вот уже то, что выходило на PlayStation 2 и Xbox, вот этот, и PSP, там, Midway Arcade Treasure, да, там, Treasure Extended PSP или там Metro Arcade 2, соответственно, по вторая часть, вот там был Motor Combat 2 и Motor Combat 3. Там-то на самом деле просто по факту оригинальные Motor Combat с автоматов, просто с сшитым эмулятором. То есть тут большая разница получается, потому что там, по сути дела, просто набор эмуляторов с игровой, а здесь именно порт. Кстати, я сейчас, раз уж так дело зашло, сейчас продемонстрируем хотя бы Midway Arcade Treasure. Это мне Аня, кстати, подарил. И может быть. Да, этот Extraction. Вот там, кстати, в отличие от сборников со старших консолей, был первый Motor Combat. А в старших версиях был только второй и третий. Самый физический момент, как сказать, в нашей общей биографии, это как ты показывал мне, как проходишь его. На PSP когда проходил? Да. Я, кстати, первый там прошел. Игра. Сборник сборников. Шоколадный шоколад. Я, кстати, первый Mortal Kombat в жизни ни разу не прошел. Он, кстати, совсем по-другому там играется, в отличие от Mortal Kombat на 7, первой части. Свои тонкости. Да и вторая тоже играется по-другому, там Кентаро вообще такой непроходимый практически. Ну, там же все-таки аркадная версия, там же они деньги должны были заграниться народа. Поэтому игры были заведомо усложненные, в то время как на домашней консоли то же самое играешь, поэтому упрощаю. У меня вот одноклассник как раз квартиру у родителей продал, когда вот во вторую часть Mortal Kombat играли. На автомате. Угу. А у меня у товарища отец, он также в игровые автоматы всю зарплату, занял эту всю зарплату у своих каких-то коллег и всю еще раз. После всего этого произошедшего решил всех обмануть. Пошел за МКАД, выжрал там упаковку феназепама, запил водкой и спать лег. И надеялся никогда не проснуться. А его собачники какие-то растолкали, разбудили, вызвали скорую зачем-то. Непонятно зачем, неизвестно на кой. И спасли мерзавцы. Разрушили, так сказать, его все надежды и мечты, что он заснет и больше никогда не проснется. А жил бы он на 17 этаже, все сложилось бы гораздо удачнее для всех. Есть, конечно. Он в баре Кнукли во вторую часть проигрался? Или что, не помнишь? В коньках Горбунка. А ты что, такая игра? Это, да, это советский игровой автомат «Конек Горбунок». Рядом с Эксалоном стоял. Эксалон, «Конек Горбунок» и «Пионерка Ксения».
А еще же там, по-моему, был маленький цветочек. Мне мама не разрешала играть маленький цветочек. А мне, наверное, лет 30 было, поэтому я уже и не слышал, я тогда особо не играл. А я только в музее советских видеоигровых автоматов его видел. Какая отвратительная история. Thank you for your attention. Now it's time to explore your inner realm. Open your brain and look inside. Prepare to enter the theater of the eye. Ну что, перейдем к играм, чтобы за хрен не мог, как говорится, не тяну. Да. Ты можешь Сатурн сначала покажешь, как он вообще выглядит, эту коробку держишь. Небат показал, а Сатурн-то как? Расскажи, как у него там все подключается, что есть. Это Игорь, что тут сейчас расскажешь? Есть обычно, есть обратная совместимость с Мега Драйвом или Sega Master System, или Sega Gear. Сейчас я рулетку Sega возьму, чтобы не быть голословным. Как он в коробку это помещается, это всем интересно. Может быть, это побоюсь. Sega Saturn. Аппарат аппаратов. Любимая, самая это, приставка детей 90-х годов, самая популярная. На постсоветском пространстве. На постсоветском пространстве, да, вот. Обычно у всех появилась она там. В СНГ и странах Балтии. В каком? 94-м году, да. Все раскупили. В мае 94-го. У всех моих друзей и товарищей, и школьных подруг была такая аппаратура. Как говорится, ну, кто из вас, бродяги, в эти игры не играл? Серый корпус, как вы видите, люди добрый народ, честный ретро-катаржанский. Длина 25 сантиметров и 5 миллиметров. Сейчас ширину меряем. Ширину 22,1. Ну, не, на самом деле, середина мерь, потому что здесь у него уже это закругление идет. Уже чуть больше получается. Так, касай сажен теперь. Аник вот говорит, что самое главное в аппаратах это не глубина, ширина там, длина, а именно касай сажен. Касай сажен 33 ровно. Вот. Толщина 63 миллиметра. Микрометра, к сожалению, нет на работе, забыл. Сейчас бы микрометром замерили. Ну тут на заднем торце мы что видим, дорогие мои друзья. Вот это вот под розетку. Тут вот батарейка меняется, чтобы сохранение в играх были, работали. Тут, кстати, батарейки нет, я ее, наверное, вытащил, чтобы не окислило. А крона там? А? Крона? Или какая-то своя? Омикрона. Новая батарейка. Омикрона Персей 8. Да. Вот это под эту. Под тюльпанчики. Вот это я не знаю зачем. Слушай, подожди, а там, по-моему, с видео уже выход, или мне кажется? Ну-ка. Не, Игорь, а тут оно не может быть. Тут с видео, оно все. Из карты, тюльпанчики, и с видео оно подключается вот сразу. А вот это не знаешь тогда еще. Вот это я не знаю зачем. Видимо, вот какой-то расширитель. Для подсоединения, чтобы... Пистолета, может быть, взяло. Чтобы сразу такого. В корпорацию Sony... Ой, Sega, в контору позвоните и пожаловаться там. Ваша игра не работает, на таком туре не могу пройти. Или Сергею Супоневу, может, прямая связь. Пистолет, может, этот подключить, чтобы может... какой-то фичу копа играть. В школе могли, кстати, идею такую пустить в школьные времена, что вот если сюда шнур находишь, включаешь его в розетку, можешь позвонить в Дельдинговое. Реально, Сергею Супонева. Отлично. В прямой эфир, да. Может, или по видеозвонку увидеть тетю из рекламы Sega CD. Да, и это вполне была бы такая ходовая легенда, и многие в нее верили. Вот этот вот разъем, короче, под флеш-карты, вроде как, который использовался только в некоторых играх, он типа оперативку, что ли, увеличивает, или можно сохраняться. Короче, на самом деле, его знает, у меня нету, я не пользовался, и даже... ну, как бы и причин пользоваться этой штукой нет. Старина, а там картриджи от Мегадрайва не подходят, чтобы игры мегадрайвовские запускать? Не, картриджи от Sega точно не подходят от обычной, а вот от Донди можно попробовать сейчас. А дальше. Ты покажи, что сеговские не подходят, не то, что ты в комментарии потом напишешь, что дальше ты что гонишь-то. Нет, вот от Донди не влазит. Может, ТВ-гейм влезть? Давай знаю. Посмотрим. Что там, есть у тебя ТВ-гейм? ТВ-гейм, конечно. Я бы в Терминатор 2 на Sega Saturn поиграл, в дендерских. Я как истинный игровой гурман, не могу себе отказать в таком. На ТВ Гейм тоже не лезет. Тоже нет. Может быть, вот здесь вот сейчас это, как его, зубило. Вот это, края. Может, в Маргарином лучше? Не, здесь надо что-то более действовать. Короче, не лезет. Ну ты покажи, как он сеговский, что точно не залезает. Бензином, керосином. И спиртом. Обязательно спиртом, заодно контакт прочистится. Не, сеговский. А если продуть?
Старина. Ну я не думаю. Нет, тут надо только зубило ноги. Точно. Расколошматить разве? Слушай, а понимаешь, у тебя же японская консоль, может там японский этот регион только подходит от Мегадрайва. Может, только японец сможет сюда воткнуть этот картридж. Да. Можно сказать, надо звонить это. Как его? Причем прошедший. Самсунгу. Как его зовут-то? А, Затойчик, как его зовут? Такеши Китано. Такеши Китано надо срочно звонить. Аня, у тебя нету много его, слушай. Вроде звонил он мне вчера, говорил, где его деньги. Черт, нет, другой. В другой трубке остались. У тебя такая же, у тебя другая трубка, это Nokia, как у Нео в фильме «Матрица». Nokia 3210. Да. Ну что, тогда предлагаю посмотреть игры, а потом уж тогда... Ну я думаю, провода-то уж никому не интересны, длину проводов мы мерить не будем. А на вкус? Если да. Есть отдельный желающий, можно снять по длине проводов отдельную передачу. Да точно, у меня дачный канал, как доп. Консоли сравнить по длине проводов. Слушай, ты на этот Подстерион и Бьюсти снимай тогда вот эти доп. Видео, точно будут нам эти доллары капать. Бьюсти? Доллары. Бьюсти. Ну, а что, они же тогда на Бьюсти, ты помнишь тогда себе на этот, ты Подстерионе себе это кресло видеоигровое тогда собрал? Кресло-качалку. Да. Кресло-каталку. Угу. Так, ну ладно. Ну, начнем с первой моей игры, которая в комплекте с Сатурном шла. Кстати, я ее купил у барыги, он ее продавал либо за 12, либо за 14 тысяч. Но это, чтоб понимали, где-то 5,5, наверное, лет тому назад. Это очень было. Даже несмотря на то, что она в коробке, чипованная. А но... в какой валюте? В рублях. В рублях, да, не в тугриках? Нет, тугрики уже отменились тогда. Жалко. Автоматически. Вот первая игра была коллекционная. Это мне еще отец покупал в 90-е годы. Вот именно минское издание, белорусское. Вот в таком вот рукаве подарочном. Сейчас я вам покажу. Ну, мне, кстати, знакомый говорил, что там в вокзале, это здание Минского вокзала, фильм снимали, который якобы в Москве происходил, какая-то наша кинокомпания. Там ну, маньяк. По-моему, это первый «Терминатор» был. Первый «Терминатор» как раз здание полицейского участка, вот вы можете наблюдать, дорогие мои друзья. Вот. Я друг Сары Коннор. Мне необходимо ее увидеть. Нет, сейчас невозможно. Она здесь? Подождите немного, посидите там. Я приду позже. Слушай, а как ты думаешь, Кэмерон тогда с автором первоисточника консультировался на этот счет? То есть, соответственно, с Дэнни Трехо. С Дэнни Трехо? Да, ну как создателем игры, он, видимо, ему это порекомендовал. А Дэнни Трехо не хотел тогда тратить время, он не видел перспективы. Перспективы не видел в экранизации его игры «Терминатор 2». Ну и «Терминатор 1» тоже. А Кэмерон же сначала «Терминатор 1» снимал, вот, уже не хотел. Игорь, твоя любимая игра детства. Что можно о ней сказать? Ну, собственно, что, бейсбол же. Все играли. Все люди делятся на две категории. Ну, честно, не скажу, что прям моя самая любимая. Я больше бейсбол любил. На втором месте, да? Да, я больше бейсбол, знаешь, любил играть в этом, на Фридио. Там хотя бы такие заставки были с этими живыми актерами, то есть такой лайф-экшен постоянно шел, как будто ты даже не то, что матч бейсбольный смотришь, а как будто ты в этот фильм смотришь от первого лица про бейсбол. Вот. А здесь все-таки этот самый. Не очень. А, никто у нас полиглот, почитай мануал. Что там пишут хорошее? И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества и длилась десятилетия. Странно. Но главное сражение произойдет не в будущем. Оно совершится сейчас. Арнольд Шварценеггер. Киборг-убийца. Я что-то не помог. Чув в бейсболе мануал от этого, от Робокоп. От первой части. Это тайна великая есть. Коллекционное издание «Терминатора» в Японии выходило именно вот так. Greatest Nine. Кошачий бой идет. За территорию. Да. И ресурсы. Так, ну ладно. Следующая игра. Это игра игр, да, тоже японское издание. Вот Mortal Kombat, часть вторая. Угу. Первая была только, к сожалению, на Sega CD. Ну,
Вот. Ну туда тут скриншоты еще вот такие красивые налеплены. Надо будет изблизи потом вот сайта писать. Да. Вот здесь даже ты хранишь такой поролончик, который шел в комплекте. Mm-hmm. Это коллекционный дешон. Да. Вот, Limited вот Series Detector Spook. Угу. Pilgrim Pook, да, Edition. Вот такой вот диск, как мы видим. Вот здесь у нас символ серии дракончик. Нарисован. Дракончик Спайра. Дракона украли из Street Fighter на Денди логотип. А вообще это дракончика зовут Спайра, и про него на первой PlayStation выходило 3 игры. Mm. Третья называлась Spyro 3 Year of the Dragon. Год дракона. Но она как раз в 2000 году вышла. Так, как мы видим, тут такой волшебный чудо-мануал с черно-белыми скриншотами. И еще есть всякие арты, mm-hmm. где нарисован Джонни Кейдж, которого собираются изнасиловать Китана, Милена, Барака, помолодевший Шансунг и Кентара. Ничего себе. Ну, сам посмотри, ну, это ж так и есть. Мне кажется, если выпить пару флакончиков огуречного, он расцвечивает, ну как расцветает разными цветами. Так, ну что, тут Люкан, все герои описаны, Кинлау, Скорпионы, Сабзира. Все характеристики Шансунг. С места работы. Да. Вот, описана Китана. Даже видно, что она не носит лифчик, это посмотри. Это сейчас модно. Да. Ну это ж тогда, 94-й год. А вот про Милену я такого сказать не могу. Про Милену либо ничего, либо хорошего. Mm-hmm. Мне, впрочем, пока что диски Sega Saturn очень фридиотно напоминают. Джевелы обычно у них такие же были. Ну, то есть мануал и американские диски первого PlayStation. То есть, где обложка, она же и была мануалом. Mm-hmm. Ну, игр на Saturn у меня не так много, конечно. Но пол коллекции, несмотря на это, я могу сказать, что я уже собрал. Вот следующая игра. Опять тоже Mortal Kombat. О, Mortal Kombat в Big Box'е. Как бы мне игр на Сатурн не хватает. Штуки 4, по-моему, там всего. Итак. Как мы видим, это более коллекционное издание. Здесь даже вот такая специальная коллекционная вкладка идет. Черная. Оригинальная. Да. Из магнита, из губки. Я брал как раз. Из черного губки Боба. У него, точнее, был черный двойник. Black Liver Motor Storm, поэтому сейчас... У меня, кстати, был уже Revolution X. Всё чёрное. И что ты про Revolution X расскажешь? Неплохая игра. Ну, как сказать, игра говно собачье, если что-то пошло. Зато там куча цифровая вещь. Revolution. Ну, вот она здесь, рекламка её. Ага. О, кстати, здесь Шансунг в старости показан. Здесь же у нас история, то есть из мануалов мы могли узнать сюжет, который еще мог отличаться от сюжета, показанного в игре, кстати. Сюжет, я говорю, что Шансунг собирается выйти на пенсию и жить на 19 тысяч в месяц. Да. И планирует, как он будет это тратить эти деньжища, учитывая квартплату, пилюли. И в конце концов принимает решение помолодеть, как это сделали все мы. Да. И пришел к Шаукану. А Шакан взял его и омолодил. Лет на 5. Вот тут интересно, кто такой был на прошлой странице. Ой, давай посмотрим. Конрад Карлович. А, слушай, похоже, это был Шаукан. Каныч. Известный в народе. Первый раз обратил внимание. Который объяснял Шансунгу, что такое просак. После его провала на первом турнире. И где он находится. Ну вот. На примере Милены. Ну вот, тоже видим попытку изнасилования Джонни Кейджа. И также здесь описаны герои только на русском языке. Алик, ты можешь прочтешь на великом и могучем про Джонни Кейджа? Überallen Wipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du einen Hauch. Die Vögel schweigen im Walde, weite nur balde. Руис Дуау. Спасибо. Здорово. Ну вот так. И даже есть регистрационная карточка, которую можно вырезать из мануала, повредив при этом обложечку с Revelation X и, соответственно, для заметок. Ну и бесплатное лечение можно по этой карточке получить регистрационно. Это без очереди. Да, без кадера. Ну да. Лечебниц, юзовских.
у доктора Сильвермана. Мне только спросить. Сережа, а ты знаешь, что такое просак? Нет, Сергей Михайлович. Просак, Сережа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием. У женщин. Да, даже Владик знает, но... Так, следующая игра. Ну и что я хотел, я так и не досказал. Тут игр-то не так много, но мне их до конца моей коллекции не хватает штуки 3 или 4. Вот. Потому что на Сатурн только избранные. Так, Loaded. Вообще про такую игру не слышал. Body Bug Not Included. Это изометрический шутер. Featuring music from Pop Will Yet It Self. Если покупает, покупает с умом, как говорится. Да, вот здесь такой кейс на гроб похожий. Это и есть гроб, или? Ага. Там все твои надежды и мечты помещают. Да, виноват во всем только ты, эти разбитые надежды и мечты. Вот значок Сатурна, как мы видим, этот диск крепится, то есть так сделано интересно. Ну вот. Сзади еще описание на английском, французском и немецком. Аня, ты, может, нам зачитаешь на немецком описание, да? Там снизу. Но он постоянно этот самый слетает, ладно. Ай, блин, твою-то мать. Так, я понял. Мануал тут не для мебели. Мануал диск держит. Вот такое вот интересное крепление, дорогие друзья. Это, конечно, немецкий. Подожди, это немецкий. А что там пишут-то на иврите? Ты же вроде его изучаешь. Пишут, что когда-нибудь мы все умрем. Лучше уж сегодня, чем завтра. Без разницы там или тут. Ведь все равно же без все умрут. Без разницы тут или там. Угу. Так, ну чего? Давайте полистаем мануал тогда. Мануал такой толстый, как книга, считай. Практически. Да. Да. Или этот, полковник Сун. Некого Маркима. Про Джеймса Бонда. Ну, смотри, а где вот этот, такой же размер. Этот. Ретрономиком. Это подожди, сейчас тебе покажу. Ретрономикон Экс Морт. Написанное. А по-моему, вот здесь. Абдулальб Хазард. А, вот. Ретрономикон. Смотри, даже это. Ретрономикон тоньше, чем мануал от Лаэйда. Да. Вот. То есть тут они кажутся одинаковыми, но просто у нее, это ретромикона, у него все-таки толще просто обложка, и все. А если мы сравним его, допустим, без обложки, да, то вот он, его реальный размер. Мне кажется, внутри там одно и то же. Ну. На трех языках? Да. Ее, по-моему, какие-то персонажи. Кливи Баркер писал, кстати. Буч. Вокс. Буч Кэссиди. Ванг. Эстандарт Фит. Капенхенс, мама. Бонса. Мама не закон, я закон, как говорится. Да, там на куче языках просто повторяется все одно и то же. Клато. Бирата Никта. Бирата. Ладно, посмотрим. Сегодня прикоснуться к прекрасному, к мануалу на Sega Saturn. Так, это, по-моему, на немецком? На немецком? Люблю das Gespenster Kind Holt Manchmal Irgendwo. Im Wald ganz schaulich wie der Wind. Und dann noch schrieb du so. Да, так и написано. German, немецкий. Раз написано, значит, так, так тому и бывает. Ну ладно, давай дальше. Это моя волшебная палка. 12-зарядный Ремингтон марка S12. Последняя модель продается в отделе спортивных товаров. Совершенно верно. Изготовлена в штате Мичиган. Розничная цена примерно 199. Приклад из орехового дерева. Нержавейка. Отличный спусковой крючок. Если покупаете, то покупайте с умом. Дошло? Еще одна часть Mortal Kombat. Ну там с мануалом были некоторые проблемы, так что не спрашивайте откуда это. Это в такой этот как его? Гроб Едишон. Что называется? Ну да, вижу мануал. Тоже Revelation X. Remember. Music.
The Weapon. I want to be forever young. Да, ну, собственно, он точно такой же, как и в предыдущем издании. Слушай, круто. Да, но он весь тут спокойно помещается. Кто-то прикладывался, и ну, чтобы нормально диск держался. А здесь, кстати, диск нормально держится, сам что бордатный. А вот в лод это именно мануал подпирал диск. Вот это ты мне подаришь. Да, это Fighting Verse. Насколько я помню, по-моему, это порт с этого канала Томасиновского. Fighting. Приблизительно 96-й год нашей эры. То есть история в Тор 2 реклама. Да, история в Тор, представляете. Ну, мануала, да, нету. То есть в таком виде он мне достался, а я знал, что у Старина Дачи есть Sega Saturn, и подарил ему вот такую вот штуку, тем более файтинги он любит. Так, ну и что там у нас? Ну и этот порт Sega Mega Drive Duke Nukem. Не такой, конечно, знатный, как на Sega. На Sega мне больше нравился бразильское вот это издание. Мне еще Аник сам лично изготовил. Из этой, из фанеры, вот такой вот этот сейчас. Лобзиком и бензопилой дружба. И бензопилой дружба, да. Потому что, как все мы знаем, Duke Nukem, вот вообще, канонично он именно на Sega вышел. Вот. А канонично он вышел, вот именно такое бразильское издание. Да. Вторая по знатности это версия на Сатурн была. Притом у Сатурна, в чем был юмор, делали полностью трехмерный движок. Да, это очень, мне кажется, повредило здесь. Вот. Ну, он, нет, он играется по-другому. Это, кстати, единственная игра на Sega Saturn, в которой я играл. То есть мне повезло. Вот. И там разработчики, они сделали специально для Сатурна, чтобы проще было игры переносить, сделали свой оригинальный 3D-движок, на него переносили первый Quake, вот на него же делали Duke Nukem 3D, и они же делали, соответственно, насколько я знаю, Power Slave, вот такую игру про древний Египет, шутер такой в египетском сеттинге. На первом PlayStation, пиратский, правда. Вот. И здесь просто получается как, то есть они ресурсы из игры взяли, вот эти спрайты и прочее, но сами уровни-то не 2.5D, а полностью 3D, то есть он абсолютно по-другому играется, абсолютно другой экспириенс. Старина, как он тут открывается, этот кейс? Тут он же как-то хитро должен открываться. Ну, как мы видим, это коллекцион Edition. У нас есть вот это пупырочки, чтобы можно было их пощелкать и нервы успокоить. Как мы видим, этот каталог. Это же каталог, я правильно понимаю? Mm-hmm. Вот. Что у нас там 90-е, это в лихие 90-е писали. Вот. Duke Nukem 3D реклама. Atlantis The Lost Tales. Это квест, насколько я помню. Вот. Я думал, холодильник. Холодильник такой же был. Mm-hmm. Atlantis. Uh-huh. Так, Last Bronx. Это битэмап, кстати, смотрите. Sonic Jam, вот этот сборник. Там, где какие-то игры с Мегадрайва были про Соника, но у них там было какое-то интерактивное меню. Sega Touring Car, вот такая игра. Disc World 2. Это квест, видимо, такой рисованный. Sega World Soccer 98. Опа. Игра игр. Soccer 98. Да, при том, ну, собственно, сеговский. Лучшего только Soccer 97 был. VIP едут. Я не знаю, как это прочитать. Едут или что там. 2097. Dragon Force. О, Dragon Force, я про него что-то слышал. Только хорошее? Обычно да, кстати, как ни странно. Это, по-моему, какой-то JRPG все-таки. Или просто RPG. Ну вот, Resident Evil 1, Saturn Edition. О, Jurassic Park The Lost World. Именно Saturn Edition. Он, по-моему, порт с этого сеговского аркадного автомата. Я даже в лихие 90-е успел по нему поиграть. Mm-hmm. При Борисе Николаевиче. Он в кинотеатре каком-то одном стоял. Меня туда в конце 90-х привезли. И там вот был этот автомат. И бросили. Я в него играл. Да, и бросили. Пришлось мне в этот автомат играть. Mm-hmm. А он там еще как сделан? То есть нам на каком-то джипе надо ездить назад расстреливать. И там сам автомат, он как это, кабина этого джипа сделана. То есть мы там садимся, там вот эти какие-то пулеметы. Ездим, соответственно, стреляем, а там такой псевдоплоский экран еще был на автомате. Ну вот. Что бы сказал по этому поводу Грета Тунда? Как бы она посмотрела на тебя, расстреливающего краснокнижных динозавров. Да. Но она бы не одобрила это. Да, Resident Evil. Ну такая прикольная подборочка. Вот. Ну вот сам диск, как мы видим. Подборочка, знаете, ничего, сам диск думает. Нет, нет, я просто говорю, что сам диск. Мы же это посмотрели, что в каталоге рекламировали. Угу. Как минимум, этот Юрский парк-то тоже интересный. Инструкшн мануал. Как людей ломали в 90-х.
Да, за вот эти игры. В Тольятти, братки. Вот здесь рассказано, как играть, рассказано, что оружие. Рассказаны повераты, рассказаны эти... Анекдоты. Враги. Басни. Да. Вот. Мордовский, понимаю. В Мордовии я обязан да. своей карьере. Шумбрат, кстати, всей Мордве, кто смотрит. Я своей карьере обязан Мордовии. Ты читаешь? Бразды. Вот это вот. Не, я боюсь читать. Так вот, я хотел грустную поучительную историю рассказать. Как я, короче... Ну, почему я, собственно говоря, своей карьерой, потрясающей, головокружительной, обязан непосредственно Мордовии лично. Короче, после института пробовал, во время учебы в институте, я пробовал устроиться на работу. А везде просят какой-то опыт, да, там 5 лет, не менее 5 лет опыта, откуда ему взяться? Короче, и вдруг я звоню в компанию Владимир Добрый, и мне говорят, да, приходите, все, вы нас устраиваете и принимают меня на работу прямо в тот же день. При том, что я еще нахожусь на 3-4 курсе университета. Как оказалось, с чем это было связано? Там работали в качестве системных администраторов двое граждан из Мордовии. И там принцип работы был примерно такой. То есть, если работаешь в выходные, ты потом можешь взять эти дни в любой момент в качестве выходных. Поэтому граждане работали без выходных до тех пор, пока у них не набиралось 30 выходных дней. И уезжали на эти 30 выходных дней к себе в Мордовию. И вот в один из таких вот как бы... То есть у одного из этих граждан набралось-таки, наконец, 30 дней отгула. И он поехал к себе в Мордовию на электричке, взял с собой несколько сумок водочки такой. И с поезда сгрузили уже его бездыханное тело. И в связи с тем, что место освободилось, надо было срочно кем-нибудь занять, прям вот срочно. Потому что второй тоже грозился уехать на 30 дней в Мордовию. С водочкой. Поэтому, да. И поэтому, скорее всего, куплены в том же самом месте. Ну, качество-то уже проверенное, так сказать. Поэтому взяли меня. И вот я здесь. А с Сатурном эта история как связана? Связано это с тем, что... Да пошел ты нахрен, вот как это связано. На, держи. Здесь же мы здесь разговариваем о Сатурне. Ну да, но там же все-таки этот самый Сатурн должен был как-то фигурировать в этой истории. В этот момент Сатурн был в зените. В зените славы. А в этот момент ты как раз читал те самые журналы английские про да, Себу, где был этот Сатурн. Возможно, то есть, когда ты сидел на собеседовании. Да, когда был популярен Sega Сатурн, я уже на планете 5 ездил на Бичкаряево и по Яндерну. Было время. Кстати, мордовский язык очень редкий, на нем разговаривают всего несколько тысяч жителей самой даже Мордовии, даже меньше, чем половина. И скоро он станет еще более редким, скорее всего. Вот. Ну что, давай сейчас изгрузим все это с имя. Потом пару вещей запустим. И Ромикон самое главное вблизи с ними. Ромикон. Now you may return to the world as you know it. And remember, look for Sega Saturn. It's out there. Что не смешные головы? Вот тут музыка именно. Как в кино прям уже такая. То есть это противоположность передачи голые и смешные, не смешные и голые. Кстати, слушай, надо нам такую передачу с тобой снимать на первом канале ОРТ. Я не в форме. Так и не с нами. Ну опять Рейден что-то нагибает, а? Рейден, что нагибаешь? Нифига себе, вообще. Вот был громой молнии. Закономерный финал. Не, кстати, смотри, спамит.
Блин, в первом Мотокомбате эта тактика работала. Не все коту масленица. Да, я так его и прошел. Что на PSP, что на Sega. А я все же не брал, что его прошел. Ладно, чья там очередь, это каторжание. Кто из вас бродяги в эти игры не играл? Да. Что-то за Китану не очень получилось. Хотя видишь, Китана более мобильная, чем Милена. У нее лифчика нету, соответственно, меньше это. Как-то воздушные потоки ей мешают. А это, ребята, видите, можно было узнать только из мануала. Поэтому читайте мануалы. На чем вслух? Соседям. Бабушкам на скамейках в метро, да, там. Глухой бабке в трамвае. Обязательно. Уступив ей место предварительно. Нет, подсев к ней на колени. Нет, сам... тут надо так, тут надо поиграть. Денек хотят. Да? Ты куда-нибудь спешишь? Как на Сеге, он не работает. Ну, фактически это и есть Сега. Да, жесть. Геймпад даже такой же почти. Жойстик, чтобы все сказать. За жойстик можно будет скоро получить 5 лет лагерей. А кого? Пожизненный цик с гвоздями. Ладно, их нету. Че? И все, я надо секретное оружие выбирать. Проходить через барак. Тройной одеколон? Не, за барак я прошел, наверное. Но я бы сожалею. А может ты с раннего начнешь и просто фаталити покажешь по книжке? Так уже неинтересно, а то скажешь, что вообще играть не. Ну и так. И так, и так скажет. Ну ладно. А чего вы хотите вообще добиться? Своей игрой в Mortal Kombat? Пройти. Привлечь внимание общественности. В Дандиленде что скажешь, когда спросят? Прошел ты на Сатурне? Совру, что прошел. Ну там же все знают. Кто знает? Дандилон. Блин, крыть нечем. А когда у нас будет Дондимикон? Ретрономикон ты имеешь в виду? Ну, еще Дондимикон должен быть, Сегамикон. Нет, Сегамикон он только после Дондимикона, а Дондимикон он только после официальной новелизации Ретрономикона. Он после Виноградного дня и... Что там, Изабелла тебе нравится? Угу, початая. Чтобы денек початый постоял, а потом уже... Ну что, мне нравится, наверное, желательно, чтобы мухи в ней. С косой была у нас в Питере, по крайней мере, на пробке. И вот с чем вкус этого виноградного дня, то смерть на косе и несла. Значит, этот, если виноград, со, то виноград. Со вкусом ностальгии. Яблочко, значит, яблочко, да. Если апельсинку, значит, апельсинку. Где? В Эфиопии. В Эфиопии, да. Самая популярная игра в Эфиопии. Mortal Kombat 2? Да. Эфиопиан Эдишон. Сработало. То есть, смотрите, дорогие друзья, это очень важный исторический момент. Угу. Мы доказали, что коды на фаталити с Sega Mega Drive действуют и на Sega Saturn. Никто вам такое больше не покажет в Рунете. Я ж прав, цена. Удивительно. Не, ну, например, из мануала мы узнали, что Китана не носит лифчика. Я смотрю, это тебя овладело твоим сердцем и умом, эта информация. Ну да, жалко, здесь баб поменьше. Ну ладно. Правда, про Джет ничего не написали, так что мы ничего не знаем. Угу. То есть про Милену мы знаем, что она носит что-то там. Китайна нет, а про Джет ничего. А ручки-то трусятся. Мозги не помнят, а руки делают. Прикольный звук. Ну тут звуки, возможно, из автомата брали, просто, может, пережимали. Как разошелся-то? За бараку. По бабочке. Вот, дорогие друзья, правда, это сказали уже все, я вам докажу. Джонни Кейджа и всех ниндзей в этой игре играл Даниэль Песина, а Рейдена играл его брат Карлос Песина.
Здорово. Как говорит Сега Сатурн, играйте и выигрывайте. Призы. Капитал Шоу, Поле Чудес. Ценные призы. Видеодвойку. DVD плюс VHS. Вообще, я хотел бы видеотройку, чтобы там еще лазер-диск был обязательно. На кой черт? Но у меня два лазер-диска про Индиану Джонса есть, смотрите, мне еще. Один на лазер... языке, другой. Индиану Джонс на лазер-диске нужен только за тем, чтобы смотреть на него и тискать себя в кармашке. Ну, я этим и занимаюсь, как ты понимаешь. Но хотелось бы еще и боющего увидеть. Ну что, будем закругляться? Ну что, давайте ему дюк-нюк его поставим. Давай, на ход нога. Что, запускай шарманку. Это вот он отключать, да, его? Да. Я говорил, что я снимать не умею ни хрена. Да, это не важно. Слушай, в андеграунде только наоборот здесь идет. Или нет? А, мы еще звук этого наложим. Пылесоса. В стиле гражданской обороны, чтобы это. Пылесоса Буран. Да, это очень важно. Чтобы кто плюс ему пойдет. За четвертый только. Да, то... Ладно, не важно. Вот этот втыкал, да? Ага. Коллекцион Гигишон. Mortal Kombat. Immortal Kombat. Ладно, я тестирую, я пока там вещички наработаю. Экзит там уже мы. У нас сейчас 1 января 94 года, как вы видели на записи. Ничуть не хуже. А, ну да. Больше смертность. Ничуть больше, да. Вот такая заставочка, как мы видим. Дорогие друзья. Сейчас мы будем играть в Дюка Нюкема, который сделан на... Не мы, а вы. Кто вы-то? Кто вы-то? Я один здесь. Перечисли. Поименно. Тут-то. Здесь я. Вот. Как мы видим, здесь у Дюка Нюкема особый уличный 3D-движок. Как раз таки лоботомии конфигурейтинг созданные. Вот. Поскольку, который лучше всего работал на Сатурне. И вот они на него перенесли Дюка Нюкема, Power Slave и первый Квейк. А еще тут музыка вся была вживую Ли Джексоном и Робертом Принцем переиграна. На балалайке. Может быть, может быть. А кто пел? А там инструментальная музыка. Хотя тут она какая-то песенка была. Кстати, именно в Сатурн Ветс. Я просто саундтрек этого. Кстати, все. Пакет упал. Ничего себе. Вот Дюк, он отличается, он по-другому играет, потому что другой движок. Ну да. Двигается специфическим образом. Слушай, а хорошая скорость идет. Ты играл в этот? В украденный билд или найденный на помойке билд этого Duke Nukem Forever? Да, 2001 года, который ну, да. Играл, но, по-моему, я тебе его советовал, ты же в него сам и поиграл. Я поиграл, как по мне, полное говно. Нет, есть допиленный, потому что есть просто билд, который для E3. Не, я как раз допиленный играл. Что, не понравилось? Не, что-то как не очень. Ну там вот этот вот момент с этим уровнем как раз там тоже есть эпизод. Да, это как бонус этот самый. Я там прибалдел с такой ситуации, что, короче, например, вот я хожу и не понимаю, куда идти. И как бы, я не понимаю, эта игра глючная и просто скрипт где-то не работает, или просто, ну, как бы я туплю. Оказалось, что, естественно, я туплю. Оказалось, например, что там ты когда подбираешь карточку, она попадает, ну, от двери. Она попадает тебе в инвентарь. И чтобы дверь открыть, надо подходить к этой двери, выбирать в инвентаре эту карточку сраную. И нажимать, как в Resident Evil, использовать, и тогда он как бы открывает дверь. Шутер от первого лица, заметьте. Ну, как по мне, это весьма специфическая такая находка. Ну, возможно, просто они это как-то не допилили, этот момент. Ну, возможно. Игра же так ее отменили, то есть они там сделали, в принципе, уровень, ну, как бы вот этот первый эпизод и все. Остальные уровни там просто этот самый были. Так, пушки как вот меняются. Ничего себе.
Слушай, ну ничего, так прикольно выглядит. Ну, я помню, кстати, версию Nintendo 64, ее очень сильно зацензурили. То есть там стриптизерш не было. Вот, мне ничего пока только не нравится, что здесь этого самого панели нету. Я не знаю, разрешение, что ли телека мешает или еще что-то. В смысле, с жизнями? Ну да, то есть обычно там же было, а здесь я как бы не могу эту панельку сделать. То есть здесь можно только карту посмотреть, вот, видишь, на паузе. И вот эти выбрать предметы, если они у него есть. Даже прицела-то, кстати, не было. Это прицел я уже поставил. Немножко какие-нибудь клавиши надо понажимать секретные. Я понажимал все. О. Ничего себе. Это... Первый уровень, первый секрет. Водичку можно же пить из унитаза. Все как в Балашихе подмосковной. Да, все как в жизни. Видишь, всплески идут, а то он пьет. Вот единственное, что нужно постоянно клавишу действия зажимать при этом. А не как в первых Half-Life, да, где мы зажали кнопочку и все. И лечимся. А в первом Half-Life была кнопочка действия разве? Была. То есть мы так аптечки использовали, двери открывали. Короче, кнопочка действия там была. Ничего себе. Это по умолчанию, по-моему, кнопочка Е была. Ну, может быть. Это если ты играл только в для телефонов, который на базе Quake делался. То есть, на Quake-овский движок чистый. Half-у переносили для телефонов. Там, да, там кнопки действия не было. Там ты касанием так же, как и в Quake. Для дисковых телефонов. Как позвоните Кузе. Ну, есть движок уже трехмерный, поэтому по-другому ощущается сам дюк. Здесь тут даже этот эффект хождения сделан. Видишь, так? Слегка потрясывает. Как меня слегка потрясывает. Шоколад, короче. Да. Видишь, там было еще этот самый, как его, автонаведение, а здесь все-таки, поскольку у тебя движок трехмерный, приходится, видишь, на какие-то объекты еще самому наводиться. Странно, что Дюк тут фразы не говорит. И Оскар за операторскую работу достается Анику 513. Аник 513. Как водокрыл 13. Угу. Вот сейчас тут отсылка на Чужих будет. На третью часть. Скорее всего, даже на вторую. На вторую же это было. А если смотреть вырезанные сцены первой, там это тоже было. Но правда, они знали только в этом самом. В подмосковной Балашке. Да, до 2003 года, пока не вышла режиссерская версия Ридли Скотта, про это никто и знать не знал. Кроме самых упоротых фанатов. И Зондиленда, конечно. А как они правильно будут? Балашки или Балашихи? Как там вообще местные люди говорят? Про это у меня даже целая мемория есть. Я однажды я устраивался... Я что-то слышал в твоих видео. Устраивался на работу. Я говорю, ну они говорят, вы... Ну, в этом городе живете? Я говорю, да, я живу в Балашихе. А там барышня. Я вижу, вы недавно там живете, потому что это не Балашиха, а Балашиха. Я говорю, глаза бы мы не видели вашу Балашиху или Балашиху. У нас бабу в школе звали Бумчиха. И как у нее жизнь сложилась в связи с этим? А как ее звали? Бумчиха. В честь Бумстика, что ли? Нет. Тогда еще Бумстик не был распространен. Зато я уже затек весь. Отек. Ну что, на этом, короче, закругляемся, да? Да, сейчас я выручу, пройду. Ты уж проходи всю игру. Баттер Азиз, как говорили в правдивой лжи. Помнишь, я звоню Баттер Азиз? Игорь, вставь этот момент обязательно сюда. Да, ладно? Я же много чего ставлю. Где батарейка села у этого, у оператора. Мы получили меч, по которому мы нанесем удар по нашим врагам. Кончаются батарейки. Мы требуем, чтобы американцы немедленно ушли из Персидского залива. Раз и навсегда. Джихад. Будет уничтожать огнем каждую неделю один американский крупный город. Сначала мы взорвем бомбу на этом неведомом острове, чтобы продемонстрировать нашу мощь. Алый джихад не хочет лишней крови. Однако, если наши требования не будут выполнены, тогда Алый джихад
огнем. Каждую неделю будет один крупный американский город. Так замени батарейку, кредитин. Мне кажется, еще одна есть.